Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам дам рецепт варенья один для всех ягод. Я таким рецептом пользуюсь больше уже 25 лет. Попробуйте. Вам тоже очень даже понравится. Вкус варенья из любых ягод просто получается изумительный, вкусный. Берете емкость для варки, берете мерный стакан или кружку для ягод и сахара. Ставите тазик на огонь и высыпаете в него первый стакан ягод. Для твердых, например, как для крыжовника или другие у вас есть твердые ягоды, можно добавить 1-2 столовые ложки воды. Ягоды легко перемешивайте, пока не закипит, деревянной лопаткой. Я на блюдце кладу ягодку для счета. Закипело. Теперь высыпаете другой стакан и перемешиваете. Пока не закипит, ягодку кладете на блюдце. И так по порядку дальше, сколько у вас ягод. На блюдце столько ягод, сколько стаканов ягод в тазике. Как только закипели ягоды с последнего стакана, начинайте сыпать сахар с этого же стакана по одному. Высыпали первый стакан сахара, мешаете, пока не закипит. А ягодку с блюдца съели. Высыпали второй стакан сахара, мешая, довели до кипения, ягодку съели. И так, пока не съедите все ягодки. Получается ягод и сахара один к одному, как и всегда варите варенье. Когда закипит последний сахар, даете прокипеть 5 минут. В это время готовы уже горячие стерилизованные банки. В них мы будем разливать горячее варенье и оставим остывать без крышки. Утром это же холодное варенье можем закрыть даже полиэтиленовыми крышками или закрутить. Варенье получается как под болгарский конфитюр. Если кто помнит, такой болгарский конфитюр продавался в 350-400 граммовых банках. Клубника, да и все варенье получается очень-очень густым. Когда варятся ягоды без сахара, в них сохраняется пектин, дающий вот эту густоту. А ягоды, предварительно засыпанные сахаром, его теряют. Попробуйте, вам понравится. Вы и джем варенье сварите, и ягод покушаете. Всем приятного аппетита!